Что такое национальная идея? Ответ на этот вопрос искали авторы книги «Государственность. Национальная идея Беларуси». Ее презентация прошла в Москве. В книге собраны статьи известных ученых и публицистов из Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Италии, Польши, России, США, Франции и Швейцарии. Очень важно понять основы, откуда, собственно, нам, от какой печки плясать, на каком фундаменте нам строить эту национальную идею. Поэтому с этой точки зрения труд, безусловно, очень интересный, очень важный и, самое главное, повторюсь, это труд очень актуальный. Над книгой работали 20 авторов. Каждый из них представил свой взгляд на республику. Экспертное мнение людей, которые действительно были в Беларуси, видели все своими глазами и дали этому честную оценку. Авторы признаются, что никто не редактировал их взгляды, и в этом уникальность проекта. Если действительно мы все-таки уясним в своих головах, потому что мы действительно молодое государство, и нам это очень важно, понимать свою национальную идею, как нам развиваться, в какую сторону двигаться, правильную национальную идею, нам всем будет просто проще жить. Один из авторов книги, Игорь Марзалюк, написал статью «Беларусь от этнографической общности к нации». В своей публикации ученые формулируют принципы, которые, на его взгляд, должны лечь в основу белорусской национальной идеи. Это попытка проговорить смыслы, попытка объяснить в первую очередь даже не столько себе, сколько своим соседям, как и почему возникло белорусское государство, какие к этому были предпосылки и почему мы такие, какие мы есть. Эта книга также будет издана в Нью-Йорке. Русскоязычный вариант издательства «Книжный мир» выпустило тиражом 500 экземпляров. В том, что аналитический сборник вызовет большой интерес, участники встречи не сомневаются.